motherfucker. What's up, ребят? С вами канал Олигейм. В общем, продолжаем наше прохождение выжженных земель. Сегодня мы будем с вами искать вход в пещеры, чтобы посмотреть, что там, как там вообще, зачем там. В общем, приключения. Подожди, давай посмотрим карту. На карте ни хера нету. В смысле? Где ты сама? Почему твоя кошка прибежала без тебя? Так, глюк системы, наверное, какой-то. В натуре, смотри, тебя нет, а кошка есть. А ну слезь. Ты слезла с кошки? О, прикольно, появилась. Вот это прикол, вот это баг. В общем, ребятки, забрели в какой-то каньон, вроде как нашли пещеру. Сейчас расставим палатки, оставим животных и пойдем проверять. Первая пещера в вышних землях. Какие-то слюни на потолке. И главное, никого нигде нет. Слушай, страшно-то как. Ох ты, смотри, что это? Люди поклоняются чуваку, который уходит в обелиск. Ну, в общем, довольно-таки интересная тема, я скажу. Офигеть. Тем временем мы подошли к какому-то... Тихо, это поняла? Пара, как ее там, что-то... Артоплерва. В общем, попробуй скажи с первого раза, что это такое. Это артоплерва. Здесь у нас есть вот такая штука, кстати. Смотри, гигантские шлакоблоки. Офигеть. А так тут везде эти, смотри, штуки. О, смотри, еще что-то. Здесь изображена паутина. Чиха, здесь изображен дракон, здесь изображен лев, скорпион летающий, я не помню, как он просто называется, и это похоже на какую-то гориллу. Да, раньше было как-то это опасненько ходить по таким местам. Да, нам вот тут надо прыгать, чтобы все было точняк. Ты же перепрыгнула? Я смотрю, и тебя нету. Думал, ты все уже ищи тебя там. Но я тебе скажу, по сравнению даже с Исландом, пещера так себе. В Исланде ты зашел, тебя сразу и ящерица какая-то клыкастая парализовала, короче, вылизала тебя до смерти. И ониксы тебя еще покусали, достаточно одного укуса, и ты сразу сдох. Причем они такие... Даже если ты прошел и первого, второго, тебя скорпионы заплюют, артроплервы выжгут нахер. Если даже это не поможет, ты обязательно споткнешься где-нибудь в лаву, упадешь, в конце пауки тебя добьют. Или не прыгнешь, да, какой-то колодец. В итоге, а здесь мы просто прошли какие-то две саные змеи, одна летучая мышь, артефакт привратника. Слушай, ну хорошо, ну вот допустим, мы привратника забрали артефакт, и что вы хотите сказать, типа, это все? Это вот, ну, реально как бы все? А получилось, что по факту наружу ходить опаснее, чем в пещере внутри. Это самая легкая пещера. Ну, в общем, мы отправились в следующую пещеру собирать остальные артефакты, чтобы активировать обелиски. Что это? Что это? Мой, встрять! Побежали отсюда. Когда мы бежали, тут никого не было. Но теперь здесь была летучая мышь. Ладно, я ее убил. Но здесь вот это. Беги просто, не останавливайся. Беги. О! Нихера! Я ж тебе говорю! Беги! Не останавливай! Бегу! О, что? О, смотри, левитация какая, охереть. Все, бегу, бегу, бегу. В общем, вот такая пещерка. Но все же, все равно, одного голема и двух богомолов и двух артроприеров не хватает для того, чтобы нас напугать. Но мы двигаемся дальше. Ищем дальше и дальше ищем. Вон туда, смотри, титанозавр. Смотри, чтоб не зацепил. Прикинь, какой он огромный. Походу. По идее, где-то здесь. Нихера проглючило. Это ты была сейчас на крыше, я зашел, и ты появилась тут? Если обратно. Мы застряли в одном месте. Ты летишь. Погоди. А ну, попрыгай. Теперь где ты? Текстура. Надо думать, как ее отсюда вытащить. А ну попробуй встать. А, вот сюда упрись к окну, прям в упор. Подойди к окну. Давай, пробуем сейчас.
все. Слушай, так мы нашли с тобой, получается, легальный способ, как поместить в пещеру без заморочки, без всяких штук, животное, которое нельзя, чтобы туда помещалось. Офигеть, просто круто. Вот это глюк. В общем, ребятки, в старых развалинах в пустыне нашли какое-то строение огромное, и здесь у нас есть, кажется, вход в пещеру. Сейчас спустимся, проверим. Кажется, будет темновато. Но здесь, как и в предыдущей пещере, все нас ждет на обратном пути. Слушай, тут на везде изображен этот лев. Походу, это храм этого льва. Они сквозь стену лезут, слышишь? Смотри, они из стены вылезли. Их, короче, их, походу, заглючило. Да, их всех заглючило. Прикинь, я подошел к стене, и они вылезли из стены. Офигеть, смотри. Там город справа, а слева тоже какой-то вход. Давай сначала налево сходим, потом направо. Срань, пересрань, что это вообще? Много щупала. Щупала стены много. У меня здесь жигадрыга, короче, эти кричи. У меня этот артроприерва застряла в стене. Я не знаю, у нее какой-то стеноплазмоз какой-то начался. Где? Где? А, в натуре, смотри. Самка. Самка богомола. Помогите. Не, мы ее туда не достали. Там, кстати, она не одна. Там вот тут дикий самец богомола. Прям баг на баге, смотри. Ух, это... Охереть, она... Прям мне как этот лицехват прыгнула прямо в лицо. Я отложу тебе икру под щеку. В общем, ребятки, два артефакта у нас уже есть, осталось найти третий. А третий находится у нас в противоположной стороне мира, поэтому мы сейчас отправимся искать третью пещеру, финальную пещеру для получения заветного ключика к сердцу сюжета. Итак, мы отправились на поиски третьего артефакта. Паркур, паркур. Паркур, голем! Убегаю. Паркур, паркур, паркур. Охереть, посмотри. Весь мир как на ладони. Почему у тебя кошка сама по себе бегает? Не знаю. Опять глюк какой-то. Не, ну серьезно. Какая же ты огромная карта. Паркур! В общем, ребятки, нашли третью пещеру. Сейчас посмотрим, что в ней. Очень долго искали, не могли понять, где она. Она в трехпроножном пирожном. В общем, все нормально. Нашли эту щель. Сейчас, короче, пойдем добывать, что там нам нужно было. Нам артефакты. В общем, с артефактом. Артефактом утеса, ребятки. Погнали. О, как темно. О, как пыльно. О, как поворотно. О. Жопа волнуется. Раз. Жопа волнуется. Два. Жопа волнуется. Три. Нихера, смотри, короче, какие кости. Какой Костя? Смотри, какой Костя. Костя, что с тобой? Костя! Это все, конечно, шутки, ребятки. Это все шутки. Смотри, Костян вообще тут раскидался, смотрю. Валим дальше. Офигеть, волк, богомол. Еще они из стен появляются, смотри, демоны. Слушай, а вот чисто гипотетически, кто это может быть? Это какой-то геккон. Я вспомнил, да, это вот это вот, короче, мегалания, вот, все, игуана. Что? Опасное создание, очень опасное, прям, и на пламыш. На пламыш поднялась над водой, как полетела. Вот это, короче. Ладно, побежали глубже. Посмотрим, какие еще баги ждут нас. Смотри, он убегает куда-то. А вот и Костя целиком. Большая часть кости, я бы сказал. Да, несущая часть. Несущая часть кости. Тихо, вот тут убегает. Слушай, вот это баклажка.
Три артефакта у нас уже есть. Осталось только вернуться нам. Вернуться домой и забрать когти. Когти виверн. Разные когти разных виверн. От каждой виверны свой коготь. Для того, чтобы активировать обелиски. Собственно, ради всего этого мы и старались. Артефакты у нас есть. Теперь надо активировать обелиски. И посмотреть, какое в этот раз чудо-юдо. В какое чудовище в этот раз. Что из обелиска выдавится, вылезет. Что из обелиска появится. Что несет обелиск в себе. В общем, двигаемся дальше. И мы стремительно двинулись к выходу из этой пещеры. Итак, ребятки, мы пришли к первому обелиску. Синему обелиску. Настало время его активировать. Жмем на кнопку. Ты умерла? Бей его! Что это такое? Два червя, беги, не останавливайся. Я буду по нему стрелять, пока ты бежишь. Пока ты бегаешь, беги наверх. Охереть, вот это дракон. Я понял. Слушай, а еще чуть-чуть осталось. О, Гален, привет. Да, мазафака, изучено. Т-грамма, тахерища, Т-грамм, нифига себе. Смотри, у нас открылись Т-граммы. По мере прохождения у нас открываются Т-граммы. В общем, как оказалось, в этом обелиске, в одном из трех обелисков, была мантикора. Сказочное мифическое существо. Что будет в следующих обелисках, нам только предстоит узнать. И мы это узнаем, но уже в следующих видео. А с вами был канал Эльгейм. Let's Play Rack. Увидимся, ребятки. Пока.